Доброе утро, страна. Видите? Мне кажется, 24 февраля ни один бы мужик прямой не зашел, а девочки живые, бодрые, да, веселые. Все пучком. Все торчком. Приветульки и красотульки. Ну, у кого обед, у кого утро. Она татарочка появилась. Привет, с прошедшим тебе, невеста. Алие, Алия, привет тебе огромный. Жизнь в Москве нормально. Кто не знает, вчера у меня такси сломалось мое, пришлось ехать домой. Еле дозвонился до начальства. Только сейчас перезвонили, сказали, что эвакуатор будет в течение часа. Сейчас пью кофе, еду обратно в Одинцово. Эвакуатором забираем тачку, едем в гараж. Пару часов, я думаю. Там слесарь меняет топливный насос. И все будет нормально. Здорово. Thank you. Маме, сестре и дочке. Опять буду завоевывать мир. Не взлетит. Планы в ближайшее будущее — раздать долги, продать мотоцикл, взять тачку и работать на своей машине. Главное сейчас цель — моцик продать. Дочь денег отослал, сказал, пусть купит, что хочет. Маме цветы и большую пачку кофе. Сестре шоколадку. Ксения Сергеевна. Чем Москва отличается от других городов, ребят? Вы Москву не ассоциируете с ночными клубами, с бутиками. Приезжаешь, работаешь, снимаешь комнату за 8 тысяч, либо общагу, и живешь. Лично я сейчас на себя вообще ничего не трачу, кроме питания. Нам повезло с другом. Привет, девушка из кинофина или из кинозала. Везде можно. Можно и в станице у меня так погулять, чтобы потом долго расплачиваться. Привет.
Я не буду всю жизнь жить. Может, и буду. Не, ну вообще, у меня дом есть в станице новый. Недостроенный чуть-чуть. У меня в планах его продать. И думать за квартиру, скорее всего, в Краснодаре. У меня вчера был вечер свободный. Алина, я сейчас поеду в Одинцово за тачкой, потом на Плеханово, потом ее починят. И как раз я по пути буду ехать, где ты живешь. Напомни, где ты живешь. Напиши мне свой номер телефона в директ, адрес, и я заеду, поздороваюсь, как минимум. Помню твой уход, жаль, интересный персонаж. Оставайся там. Если все нормально, часов 5-6 вечера я в Одинцово буду. Что-то я Кубинку еще не помню. Я там Юдина помню, поселок. Горки. Мне Одинцово нравится. Привет, здорово. Московская область. Мытиши. Спасибо, спасибо. Прическа огонь. Ни хрена себе, это далеко, да? В принципе, я ездил там за 25-30 минут. По какому шоссе ехать? По Можайке или по... Как там еще? Минское шоссе. М1. Доброе утро, спасибо. Приятно очень. Так, доченька, сколько вам лет? Мне 31 лет. Доченька, хорошо. Я танцую. Обнимался. Ты что, я жирный? Девочки. А? Где я жирный? В меру упитанный. Плохо воспитанный. На попу огонь просто. У меня фигура, как у Феди Емельяненко. Да, общаюсь. Минка.
Ты там до скольки будешь в Одинцово? Да-да-да, все, такси. Что со мной? Все нормально. Хорошо. Набери лучше, давай набирай прямо сейчас. Все, всем пока. Я выхожу на связь.